что будут забрасывать в штрафную. Да, так и есть, и опять же, неудивительно. За весь первый тайм, за все стандарты, один раз только Строгино разыграли мяч. Матулиев убегает в штрафную, разбирается, передача на Галятова. Галятова надо завершать, нет, покатил мяч на Мельникова, Мельников решает, гол. Ну вот, наконец-то. Смогли сообразить и до верного довести, хотя там так семенил уже Галятов. Думал, сам завершать или нет, но двое висели на нем, и сделал передачу и отметился также голевой. Мельников записывает на себя забитый мяч, и счет в нашей встрече открыт. 12-я минута второго тайма идет. 1-0, Спартак в гостях.